Жираф – самое высокое животное на Земле. Его рост может достигать 6 метров. О, ты никогда не спутаешь его с другим зверем, ведь он уникален благодаря своей очень длинной шее. Жираф может весить около 900 килограммов. А так и не скажешь, ведь за счет строения тела он выглядит изящно. Среди других парнокопытных у него самая яркая окраска. Причем у каждой особи свой рисунок пятен, который никогда не повторяется. Еще у него крупные глаза и длинные ресницы, а на голове короткие рожки, опушенные шерстью. Долгое время жирафов считали немыми, но оказалось, что они используют для общения низкочастотные звуки, которые человек не различает. Живут они в Африке, населяют саванны и редкие леса. Питаются листьями и молодыми побегами. Благодаря своей длинной шее могут срывать листочки с макушек деревьев. Но при этом им сложно пить воду и щипать траву. Для этого приходится широко расставлять передние конечности, а иногда и вовсе их подгибать. Жирафы очень мало спят. Им достаточно всего 20 минут в сутки, чтобы выспаться. Собираются они в небольшие стада, чаще всего до 12 особей, где присутствует четкая иерархия. Младшие жирафы должны держать голову ниже старших, а также уступать им дорогу. Обычно эти животные передвигаются не спеша, но могут и бежать галопом, как лошади, развивая скорость до 50 км в час. Жираф – удивительное животное, которое является неотъемлемым символом Африки.